расслабляемся. И прямо сейчас стирается твое имя. Твое имя стирается, его невозможно вспомнить. Чем сильнее будешь пытаться вспомнить, тем хуже будет получаться. Досчитая до трех, человек бывает в чем-то уверен. Нельзя быть настолько уверенным в том, на что ты действительно уверен. Открой глаза, открой глаза. Это задача просто сказать. Ты помнишь, как тебя зовут? Чем сильнее пытаешься вспомнить, тем хуже получается. Ты просто можешь, забываешь это. Как тебя зовут? Серьезно. Просто я беру и возвращаю твое имя. Как зовут? Влад. Друзья, поаплодируем Владу. Это здорово. Да, Влад, все хорошо. Смотри, дай руку. Просто посмотри на меня. Расслабься, начни считать 5 до 4. Раз, два, три. Спать, закрывай глаза. И сейчас произойдет самое удивительное, что когда-либо мог видеть. Я беру бутылку, и ты ее крепко сжимаешь. Бутылка прилипает к твоей руке, как будто бы смазывается клеем. Начну считать до трех, и напряжение усиливается. Раз, бутылка сжимается крепче и крепче. Как только ты считаешь до трех, ты откроешь глаза, но бутылка приклеилась к твоей руке, ты должен представить себе, чем сильнее будешь пытаться ее оторвать, тем хуже у тебя это будет получаться. Открой глаза, попробуй бутылку забрать из руки. Забери, правда. Здорово, да? Вот, забери, прилипла она. Вот поможете Владу. Кстати, досчитаю до трех, и клей исчезает. Клей исчезает, рассеивается, рука отпускает бутылку. Попробуй забрать. Вот, здорово. Ладно, это обычное состояние, смотри. Посмотри просто на мои руки. Руки и опять спать. Закрой глаза, расслабься. И теперь самое удивительное. Прямо сейчас по моей команде ты откроешь глаза, раз, два, три, открывай. И прямо сейчас я беру и забираю твой голос. Он у меня в руке. Начни считать до пяти. Считай дальше. Голос в руке. Как тебя зовут? Возвращаю голос. Влад. Влад, закрой глаза. Закрой глаза. Попробуй расслабиться. Я начну считать до пяти. Ты начнешь пробуждаться, вернешься в легкое состояние. Ты будешь чувствовать себя намного раз лучше, чем раньше. Будешь чувствовать себя выспавшимся, как будто бы ты проспал 12 часов, сходил на сеанс тайского массажа, полон бодрости, энергии. И на счет 5 тебя разбудит несмолкаемый аплодисмент. Раз, два, три, четыре, пять! Открой глаза, друзья, аплодисменты Владу. Поделись своими ощущениями. Все. Все, спасибо большое. Если что, это не было подстава. Тайна нашего воображения. Спасибо большое. Аплодисменты. Спасибо. Друзья, это чудеса, это все лишь фокус. Поаплодируйте Владимиру Ефимову. Спасибо. Один из лучших фокусников нашего города. Сегодня участник Magic the Show.